На протяжении этой недели лабытанские учителя будут демонстрировать знания своих профильных предметов. 17 октября стартовал муниципальный тур региональных олимпиад для педагогов. Первыми испытания прошли преподаватели русского языка. Насколько успешно они справились, узнала Альмира Новоселова. Мария Панина – учитель русского языка и литературы в первой школе. Опытный педагог подготовила к олимпиадам не один десяток учащихся. А сегодня и сама прошла испытание тестированием. Очень волнительные минуты. Чувствуем действительно себя как школьники на экзамене под камерой тоже. Задание довольно сложное, требующее большого кругозора, знания предмета, требования новых стандартов, ВГОСов. Поэтому задания сложные, сложнее, чем на школьной олимпиаде учительской. В школьном этапе принимали участие учителя со всех образовательных организаций города. Муниципальные прошли только 14 из 24 участников. Здесь задания были разделены на две части. Первая проверяет, насколько хорошо педагоги знают новые требования методики преподавания предмета в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. А вторая уже непосредственно углубленное знание профильного предмета. Победители и призеры выбираются так же, как и во Всероссийской олимпиаде школьников, по тому же принципу. Участники, набравшие более 50% от максимального количества баллов, выходят в следующий этап олимпиады. Следующий этап олимпиады окружной. Результаты учителей муниципальная комиссия отправила в Ямальский департамент образования, где и будут определены участники нового испытания. Альмира Новоселова, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».